Во всех регионах России, в том числе и в Лунгипасе, работает тематическая горячая линия Роспотребнадзора по организации питания в школах. Специалисты службы отвечают на вопросы, касающиеся разрешенных к реализации продуктов, рекомендациям по наполнению меню, роли администрации школы в организации питания, а также возможностях родительского контроля за питанием своих детей в общеобразовательных учреждениях. В территориальном отделе в городе Лунгипасе, городе Покачи, консультацию возможно получить по телефону 220076 в рабочие дни с 9 до часу и с 2 до 6. К нам обратилось два гражданина. Одного интересовала организация родительского контроля, ну, какие полномочия есть у родителей, как они могут проконтролировать. И один вопрос, как обеспечивает контроль при организации питания администрация школы. Напомню, что по поручению президента России Владимира Путина все школьники с 1 по 4 класса обеспечены бесплатным горячим питанием. Чаще всего это завтраки. Если учащийся, который не относится к льготным категориям, планирует обедать в школьных столовых, родителям необходимо внести плату.